две буквы «Г» и три нуля. В банкноте 1000 тенге в серийном номере. И эта банкнота лежит на бэковой поверхности 3 ноября. Нули – это цифра начала. Да? Два нуля расположились слитно в центре банкноты, а вторая ушла на джип, ну, в самом начале банкноты. Параметр начала усиливается у этой банкноты, ну, где-то 2,2